пострадавший. Наелся курятинки. Теперь вот его жалеют. Мне кажется, он специально все делает. Ну ты ж бесчувственный. Не жалел мальчика, он страдал, да, мой мальчик? А жалел, как я его купал. И все, а тут вот ходил, целый день ходил. Думаю, когда ж произойдет вот этот момент истины. И он на ровном месте. Я стал, наоборот, его гладить. А эти подбежали на такую предельно недопустимую расстояние. Их надо вот на расстоянии 3 метра друг от друга держать. И произошел конфликт, все. Как магниты, они сближаются и тык. Вот неодиевые магниты, они могут даже лопнуть, если их друг другу бросить резко. И вот получается и здесь такая же штука. Это называется период адаптации. Вот они тоже. А Мирка, она как, сразу сказал Мирка, она как катализатор или нет, как зачинщица, подстрекательша. Начинается какая-то заварушка. Куда? Ну-ка выходи. Начинается заварушка. Так, не надо, больше трех не собираться, все. Не заходи, туда пока нельзя. И ты выходи, мадам. Упомянул имя. Ну-ка, быстро, мы-ка быстро. Сиди там, сказал. Сиди здесь. Все, там лазарет. Ты сходила, проведала больного? Все, хватит. Сидите тут. Кому сказал? Все, Жорик, сидеть. Жорик рад сидеть. Мирка это. Мирка куда пошла? Все, там Виктория заговаривает рамки. Мастику. Побежала опять. Медсестра. Вот медсестра. Выходи, Мирка. Все, проведала, хватит. Быстро. Так, а ты оставайся. Ты оставайся. Все, я дал ему косточек куриных, ну, хрящиков. А эти косточки теперь Бельчику повезу. Он бы, конечно, и косточки делал, но мы их не даем ему. Жарко. Побудь пока там, все. Во имя безопасности. Ты тоже хорош сегодня. Ты на него накинулся. Ты приписал Марсика. А еще ж мне Дарья из Питера. Ой, она же прислала, а я все ж бегом в этой суматохе и шлем. И забыла одеть, забыла обезопасить Масика, а все бы было хорошо бы. Воспользуйся я ее подарком. Ну, как говорится, после драки кулаками не машут. Ладно, вот ее подарок, сейчас покажу.